Военные учения в Молдове проходят в режиме нон-стоп. Только на прошлой неделе завершили сборы резервистов. А уже сегодня молдавские военные вместе с коллегами из Румынии и США участвуют в совместных учениях. Как сообщает сайт Минобороны Молдовы, учения продлятся 3 недели. Военные будут прыгать с парашютом, участвовать в полевых выходах и отрабатывать навыки стрельбы в дневное и ночное время. В учениях примут участие сотрудники службы государственной защиты и безопасности, а также спецназ «Пантеры», который занимается подавлением бунта в тюрьмах. Минобороны Молдовы отметили, что цель учений – обмен опытом и повышение уровня оперативной совместимости между контингентами. В то же время опрос, проведенный американской некоммерческой организацией среди граждан Молдовы, показал, что нейтральный статус страны поддерживают свыше половины респондентов – 62% опрошенных.